7 дней, 1 неделя, много бессонных ночей. И вот он, Форсаж 9. Это, наверное, самый сложный ролик, который я когда-либо делал. И я надеюсь, что ты ему поставишь лайк. Пожалуйста, просто пожалей меня. Я 7 дней это делал ради тебя. В общем, я, как обычно, желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. Ну а мы начинаем наш форсаж. Какая же она красивая! Боже, все, я не уйду. Я куплю тебя. Да, я чуть-чуть подзаработаю и куплю. Боже мой, Феррари. Ну сколько можно? Мы тут торчим уже целый час. Паша, может быть, хватит уже сидеть, разговаривать с этой развалюкой? Чё? Что ты там сказал? Что я слышал? Это Феррари, пакетный жмых. И я ее куплю. Да ты все время говоришь и не покупаешь. Вот видишь, куплю. Да. Нифига себе! Хочу мешечки! Чуть я макушку не снесла! Какая жесть! Это было круто! Паша! Паша! Не подходи, не подходи! Стой! Нужно это, скорую вызвать, наверное, да? Лёха! Какую скорую? Это форсаж! Все, быстрей! Так, сэр, извините, я это вас заберу! Паша, аккуратно! Да что ты делаешь такое? Поехали, чё встал? Никогда не так быстро! Быстрее, машина! Нас теперь арестуют, понимаешь? Из-за тебя! Ладно, Лёха, не волнуйся, я нас вытащу! Что ты творишь? Нормально? Держись! Осторожно! Затихо! И самород! Я же говорил, всё будет круто! Ох, тут надо посуду помыть, потом, в принципе, получу. Еще в гости не заезжал. Ну, зашибись! Мы протаранили дом! Какая вкуснотища! Спасибо, Зинаида Степановна, за кофе! Да, до свидания, бабуля! Вкуснятина! Паша, Паша! Ё-моё, дай пройти мне, Паша! Что ты стоишь тут, ё-моё? Ты хоть понимаешь, что мы натворили? Что нам теперь будет? Ну да! Мы устроили настоящий форсаж! Что? Мы пробили этой бабке дом! Насквозь! Ну да! Но это же было круто! Ну ты видел, как мы сначала от копов удирали, а потом в дом летели! Бам! Нет, много эпика! Нет! Это вообще не круто! Абсолютно! А если бы нас в тюрьму посадили? У тебя только дом в голове! Скорость! Форсаж! Ты вообще головой даже не думаешь, дурень! Подожди, стой! Ну, это же возвращение форсажа! Чего? Новая часть! Какое нафиг возвращение? Ты вернись лучше в реальность! А за твой форсаж, ну, знаешь, что будет? Тебя в тюрьму посадят за нарушение закона! Лошпед! Что? Слышишь ты? Да иди ты в попу, душнила! О, а я как раз-таки хотел кое-куда съездить. Вау,
Как же я тут давно не был? А? Ой, простите. Офигеть, сколько тут народу добавилось. И машин крутых. Ой, глаза разбегаются. Какой же тут классный тюнинг. Да я глазам своим не верю, Паша. Ты вернулся, ты снова в строю. Форсаж, да. Боже, как я рад тебя видеть! Боже, победный танец! Все, Франклин, не позорься! Боже, Паша, тут столько всего поменялось! Я должен тебе все рассказать! Да ты только посмотри, до чего мы доросли! Я что-то не поняла. Это еще кто? Просто офигенно! Ты ж боялся прыгать! Это ты боялся прыгать, что ты? Ты боялся, да? Боже мой, два взрослых мужика ведут себя как дети. Франклин, что ты делаешь, да? Мой друг вернулся, легенда! Все, отпускай, отпускай! Ух, ну, повеселились и хватит! Чувак, мы столько с тобой не виделись, я так рад! Не хочешь познакомить меня со своим новым лучшим другом? Кто да это вообще? Ты там вообще молчи, ты не знаешь, это легенда! Это легенда Форсажа, о нем только слухи! А кто это такая, а? А, ну да, Паша, знакомься, это Мими! Самая злая девочка у нас в команде! Я тебе сейчас врежу! Приятно познакомиться, я Паша! Ты хоть руль умеешь держать, малыш? Чего? Да я гоняю с детства! Ты еще в пеленках ходила, я уже гонял! Тем более я с вами так, в гонке все, участвовал! Так, все, Мими, отстань от пацана! Он легенда, он прыгал из самолета, ты помнишь, да? Помнишь прыжок? Да, помню! Старые времена! Да, и это было круто! Это хаос! Нифига себе, трясун пердун! Так, Паша, ну ты с ним сам разговаривай, и я отойду! Эй, пацан! Ты еще кто такой, а? А тебя это не колышет, слышь? Ты че такой борзый, а? Может, гонка? Чего-чего? Да я тебя порву! Через 20 минут тогда жду у старта! Давай-давай, катись отсюда на своем дрын-дэн-пыхе! Удачи победить! Точнее, проиграть, хе-ха! Франклин! Чего? Какого фига? Кто это был? Хао! Это был Хао, он, ну, из нашей семьи. Что? А чё ты мне сразу-то не сказал? У меня даже машины нет! Да ладно, ничего, побежали найдем. Ёлки-палки, подожди! Франклин, это же твоя тачила! Зачем ты мне ее даешь? Ну, так, не-не-не, стой-стой-стой, я отказываюсь участвовать в гонке! Ты не можешь, ты чё? Так, подожди, ты не можешь отказаться! Ёлки-палки, я боюсь поцарапать твою тачку, ну зачем ты? Слушай, я тебе по секрету скажу. Я тебе дал свою тачку, чтобы ты мог завоевать уважение Хао. Ай, Хао этот... Да ё-моё! Ого! Так. Крутые у вас трехтерых. Короче, ты идешь на гонку, а я пойду разберусь с этим дотиком. О боже! Ну ладно. Если я должен получить уважение, значит я его получу. Дрифт-гонка! Так, дрифт-гонка! Итак, мальчики, приготовились? Самое главное, покажите самый лучший дрифт. Стартуем по моей команде. Готовы? Раз, два и три. Вау! Давай, 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 давай. Нет, 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 мотор. Давайте перезаедем, а? Давайте перезаедем, сам реально. Виноват. Но... Купи нормальную машину. Музыку.
Ох, слушай, Франклин, я рад, что я снова с вами. Я чувствую себя сильным, крутым. Красава, мужик, я в тебе не сомневался. Шея только затекла. А я ошибалась, ты и вправду хорош. А, ну, спасибо, мне приятно, я старался. Кстати, Хао, классно дрифтишь. Отвали от меня, мужик, тебе просто повезло. Что? Я вообще-то выиграл сам, честным способом. Чувак, охлади свой пыл. Ты уже офигел, реально. Ты успокойся, он всегда такой. А? Погоди-ка. Это же дочь Доминика. Стоп, Тара, это тут? Брат. Том! Я не верю, что это ты! Нам тебя не хватало, брат. Ох, ребят, как же я вас рад видеть! Семья! Теперь, когда мы все вместе, я могу с уверенностью сказать, что семья воссоединилась. Эй-эй-эй! Стоять! Куда без меня? Подождите! Меня забыли! Ёлки-палки! Пищу, что за пищу недоросток катается? Я тут самое главное дрифчу, а вы меня в семью не забираете! Эй, забыли про Джона Пакетуса, а? Я же тоже гонщик, нелегальный, профессиональный! Ау! Все, я с вами! Хорошо, Леха, ты тоже в семье! Да! Только у меня один вопрос! Как ты это заставил ездить? А это уже пакетный секрет! Слышишь ты, если ты не скажешь мне Домитарета, то я тебя превращу в шоколад, а потом съем. Ты меня понял? Ты говори быстро, отвечай. Ты посмотри, на мою маму обозвал. Что? Прямо на лице видно, я тебя в тюрьму посажу. Таких, как ты, я ем на завтрак. Ты понял? Где Доминик Торетто? Лежи тут, я скоро вернусь. Так, вы оба отставить. Живо ко мне в кабинет. Сейчас же! Итак, спустя год мы возвращаемся к этой теме. Нелегальные гонки, стритрейсеры. Вам удалось что-то найти, а? Нет, сэр, мы в поисках. Боже, кто у меня работает? Вы знаете, иногда я думаю, что наш полицейский участок — это сборище клоунов. Мы сборище клоунов, офицер, а? Никак нет, сэр! Так почему ты выглядишь как клоун? Годы идут, а полиция бесполезна. Мы даже не можем поймать Доминика Торетто. Почему он на свободе, а? Почему? Может, мы плохо ищем? Может, вы не стараетесь, а? Может, вам нужна мотивация, а? Найди мне Доминика Торетто, кретин! Тупоголовый, а? Фу, надо завязывать с гранатами. Ох, старая одежда, старая команда, старое убежище. Боже, тут все такое родное. Я вот честно до сих пор не могу поверить то, что я тут нахожусь. Эти машины, машины-легенды. И мы, как старая команда. Только у меня вопрос. А кто эти двое? Я их не знаю даже. Это долгая история. Мими и Хао, брат и сестра. Когда-то они нам очень помогли. Чуваки! Ну ладно, чуваки, а? Чуваки! Чуваки! А, мой нос! Короче, палки, Франклин, аккуратней! Я придумал, как отпраздновать восстановление семьи. Короче, мы устроим мега-гонку. Это мне нравится. Что за мега-гонка? Я в деле. Да я вас всех обгоню, я в деле. Мы тоже в деле. Каждый скидывается по 50 тысяч баксов, и мы устраиваем гонку, а? Чур мы, берем Skyline. Ну что, семья, я ждал этого год. И вот она, первая семейная гонка. Победит самый быстрый.
Прием! У нас, кажется, незваные гости. Ну что там, дом? Все еще на хвосте. Давайте в рассыпную. За всеми не угонится. А! А куда поехал Доминик? Прием! Что нам делать, брат? Что за фигня? Дом, какой план? Не волнуйтесь, у меня все схвачено. Ждите моей команды, останавливайтесь. Что? Нет, 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 стоп, стоп, стоп! Мне кажется, ребята, это очень плохая идея. Паша, ты мне брат давай или кто? Поедем. Доверься мне! Чего? Этот вертолет, он сбил, подлетел? То есть никого не смутило, что он сбил вертолет? Это слишком эпично для первой серии. Ты был прав, брат. У тебя и впрямь все схвачено. Шикарная ночка и шикарная гонка. А главное по-семейному. А вот и Паша. Ты как, брат? Ребят, у меня просто нет слов. Вы кто нахрен такие? Просто вы понимаете, что мы только что сделали? Это же трындец! Ты вообще лысая башка сбил вертолет на машине! Кстати, насчет машины, а где она? А где машина? Хороший вопрос, брат. Для этого мы сюда и приехали. Копы, федералы. Они не любят нас. И чтобы оставаться в тени, мы прячем здесь тачки. Хао, покажи ему. Да, Хао, давай, жопостанцию поднимаем и кабанчиком хорошо, метнулись. Хорошо, Дом. Ага. Господи, почему вы не могли раньше-то подъехать? Ну, в общем... Да ну нафиг. Вот, в общем, тут мы прячем тачки. Офигешечки! Это же гениально! Какие дела, брат? Вы прячете машины в старых вагонах? Да. Да тут никогда не будут искать! Как просто, но как гениально! Боже, это чувак, стандец, это только вершина айсберга! Мы за год столько всего придумали! Да я верю, верю! В общем, семья, на этом расход. Можете идти отдохнуть. Ну ладно! Лады! Гравитация! Мой вечный враг! Все! Всем покеда! А? Было приятно познакомиться. Вот тебе, получай долбанная гравитация. Ну, спасибо, Слава, на помощь! Паш, прикинь, ну это жесть вообще, ну прям да, в вагоне. Не соглашусь, это круто. Слушай, я думаю, нам бы это, Skyline спрятать. Окей, бы... я тогда потом буду открывать. Вот это я понимаю, Форсаж. Ты досмотрел до конца? Слушай, в моем телеграм-канале сейчас проходит новогодний конкурс. Там разыгрываются мои игрушки, так что если ты хочешь поучаствовать, просто подпишись на него. Ссылка в описании.